по игре, как ты думаешь? Ну, это известный мастер дриблинга, поэтому сегодня ждем от него сольных проходов, и наверняка парочку мы точно увидим. Стадион Сантьяго Бернабеу за свою долгую историю пережил множество реконструкций, и далеко не всегда они давались легко. К примеру, в 1992 году высота стадиона увеличилась вдвое после оборудования арены 20 тысячами сидений. И это неожиданно повлекло за собой проблемы. Зимой солнце освещало лишь треть поля, и качество газона стало стремительно ухудшаться. Чтобы компенсировать недостаток тепла, пришлось провести под полем сложную систему труб, по которым движется горячая вода. Одна из легенд мадридского Реала – француз Зинедин Зидан, которому принадлежит удивительное достижение. Он выиграл Лигу чемпионов в составе клуба из Мадрида и как игрок, и как тренер, а в 2017 году установил еще один рекорд, приведя Реал к победе в Лиге чемпионов во второй раз. Это вообще просто удивительно. Да, а его гол в финале Лиги чемпионов 2002 года ворота красивым в новейшей истории турнира. В 2017-м тоже был новейшей истории турнира. В 2017-м тоже был хорош. Манчестер Сити разыграл мяч в центре поля, и игра началась. Кайл Уокер. Родриго Эрнандес. Бернардо Силва. Грилиш. Отлично сыграно. Навес напрашивается. И каждый фол надо свистеть правильно. И мадридский Реал продолжает атаку. Ну решай же! Эдерсон справляется с ударом. И эта атака могла чем-то интересным закончиться, но защита справилась. Подача Винисиуса в штрафную. Игра остановлена, мяч коснулся руки. Ну и вот желтая карточка, то есть горчишник. Первое и последнее, так скажем, китайское предупреждение. Какой удар! И есть блок. Карим Бензема. Казимир. Бензема! Баста! Великолепное спасение Эдерсона. Как он потащил этот мяч. Удар с близкого расстояния и...